Всем доброго времени суток, ребята, и с вами я Блэкэт. Это ее слезы были моим светом. Игра так называется. Начать. Темнота. Я не видел ничего, кроме темноты, куда бы я не посмотрел. В какой-то момент я начала думать, разве тут и должно что-то быть, что-нибудь. Так я начала искать, я не знаю, что именно я искала, но попротив. То попротив. А, попротив. Я заметила далекий свет. Что? Когда я приблизилась к нему, я нашла другой. Еще один. След из горячих огоньков. Они вели меня далеко-далеко. Причем их ровное сияние пронизывала тьму, оставляя там крохотные дырочки. Они завораживали меня. Я решила идти, пока не дойду до источника. Я нашла девочку. Она сидела на постели из этих звезд. Это было красиво. Создано воспоминание детства, кто это есть. А. Ее звать Спейс. О, здесь кто-то есть. Ах, ну что? Ты плачешь? Что мне ей сказать? А. Моего персонажа зовут Тайм. Понятно. Прости, но ты плачешь. Я чувствую себя так одиноко. Я, кажется, я просто не могу остановиться. Но сейчас здесь кое-кто есть. Я не думала, что кто-то придет. Вот здесь. Я так счастлива. Если ты счастлива, тогда прекрати плакать. Правда. Спейс это пространство. Да. Спейс. Что? Как ты узнала мое имя? Я не знаю, я просто вырвалась. Как я узнала ее имя? Она никогда не говорила его мне. Она никогда не говорила его мне, но что-то в ней казалось знакомым. Она будто была моей загадочной подругой. Какая маленькая Луля. Это нечестно, я даже не представилась, Хлок. А сейчас я хочу спросить твое имя. Твое имя. Тайм это время. Да, тайм. Что ты делаешь? Говоря его 8 раз, это помогает запомнить. Если перевернуть восьмерку, получится знак бесконечности. Так что я никогда не забуду. 8, да. Тайм. Понимаю. Так, тайм. Откуда ты пришла? Я не знаю. Чё? Начало? Я не знаю. Я не уверена. Тяжело писать место, в котором ничего нет. Ты тоже была одна в темноте. О, боже. Блин. Она опять заплакала.
Когда я думаю об этом, мне становится грустно. Ханак. Я не знаю, как это описать. Ханак. Ты опять плачешь. Я не могу остановиться, когда я думаю, как ты должна была себя чувствовать. Я просто... Чем больше она плакала, тем больше звезд зажигалось. Окей. Они были красивыми, но я не могла подумать, может, звезд уже хватит. Я не могла понять, почему, но мне определенно не нравилось увидеть, как она плачет. А сейчас я попытаюсь описать это как, чтобы ты не лила слезы. Что? Место откуда-то пришла? Ладно. Если не нужно дать название, то я бы назвала это начало. Начало. Да, это должно иметь смысл. Имело бы смысл начинать сначала. Space. Значит ли это, что мы в середине? Time. Вот ты начала здесь, разве не так? Не уверена, может, можем ли мы назвать это серединой? Space. Можем. Это место изменилось. Time. Разве? Space. Да, сейчас со мной ты. Time. Так что прежде это было началом, а теперь середина. В этом есть свой смысл. Эта девочка очень прямолинейна. Потом конец. Так. Space. Так, если есть начало, и есть и конец. Возможно. Time. Это имело бы смысл в нашей ситуации. Space. Ты тоже так думаешь? Интересно, на что он похож? Space. Что, если конец печален? Начало было одиноким. Конец тоже будет одиноким. Space. Я не хочу, чтобы... Ханака. Тайм. Ты много плачешь, да? Space. Да, но смотри, когда я так делаю, зажигаются звезды. Ханак. Я уже заметила, но, возможно, было бы грубо на это указывать. Space. Я правда не могу это объяснить, но какие... Но они как-то не дают мне чувствовать себя такой одинокой. Тайм. Так, с самого начала ты здесь просто создаешь звезды. Space. Да, видишь ли, я хочу положить что-то туда, где ничего нет. Это же имеет смысл. Тайм, я догадываюсь. Space. А что ты делаешь, Тайм? Двигаю вселенную. Тайм. Я могу заставлять вселенную двигаться вперед-назад. Я могу прыгнуть в любой момент, который пережила. Space. Вау, похоже, это тяжелая работа. Тайм. Создавать звезды, мне кажется, тяжелее. Space. Нет, это легко, смотри. Space. Я не имела в виду, что тебе нужно снова плакать. Хотя это хороший момент для демонстрации. Что? Ахнак? Блин, я закрыл место. Все в порядке, я запомнил эту развязку. Теперь мне нужно вернуться к тому времени, когда я сказала, что делать звезды сложнее. Тогда я могу попытаться не дать ей заплакать. Мне нужно отмотать. У меня есть для этого кнопка. Она внизу экрана. Если я не могу использовать кнопку, отмотки мне придется вечно ходить кругами. Если я застряну всегда... Блин. А если я застряну, всегда могу перезагрузить, но не сейчас. Что? Вот оно что, отмотать и перемотка. Окей.
Окей. Черт. Да. Что? Хнок. Что? Все. Эй, нет. Создалась звезда, мне кажется, тяжелее. Эй, не начинай плакать только для того, чтобы доказать, как это легко, ладно? Что? Как ты узнала, что я собираюсь сделать? Это моя сила. Ты уже плакала, так что я вернулась к моменту перед этим, чтобы тебя остановить. Вау, Тайм, ты восхитительна. Я. Мне это ничего не стоило, правда. Знаешь, я только встретила тебя, но мне кажется, будто ты всегда... Мы всегда были другом. Мы были друг с другом знакомы. Почему-то мне кажется, что буква М похожа на букву Т. Потому я читаю букву, будто ты всегда были друг с другом. Как-то странно. Я знала твое имя с первого момента, как тебя увидела. Так, может быть, чувствовать тебя не в рот? Но я не могу вспомнить, чтобы мы до этого так с тобой разговаривали. Также как я не могу вспомнить свой вплоть до того, как ты изменила то, что случилось. Это должно быть парадокс. Эй, как ты нашла меня в первый раз? Тайм, я просто следовала за звездами, и они привели меня к тебе. Спейс. Ох, это значит... Эй, если мы когда-нибудь разлучимся, я могу просто заплакать. Тогда ты всегда сможешь меня найти. Это так, но я не уверена, нравится ли мне мысль о том, что я заставляю тебя плакать. Спейс. Ой, мне не нужно это делать. Мне не нужно это делать, пока ты со мной. Спейс, я вроде боюсь снова остаться одна. Тайм. Все в порядке, я остаюсь, я все равно не думаю, что здесь есть кто-то еще, так что у меня нет причин уходить. Спейс, что? Кто-то еще? О, нет. Спейс, если здесь есть кто-то еще, то не думаю, что мы должны их поискать. Давай, будем искать. Тайм. А, ты же не хочешь, чтобы им было одиноко? Точно, я счастлива, что ты меня понимаешь, Тайм. Я даже забыл, как выглядит мой персонаж. А, мы вместе бродили по пустоте, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти тут что-нибудь еще. Но мы находили только темноту. И чем больше темноты нам встречалось, тем больше Спейс хотелось плакать. Мне не нравилось, что она плакала, что она, что, ладно, что она плакала. Я не хотела, чтобы она чувствовала себя одинокой. Как-то стрёмно играть роль девушки. К моему облегчению, когда я предложила, она согласилась вздохнуть. Так, я надолго закрыла свои глаза, только когда я открыла их, снова я вернулась во тьму. Тайм, спейс. Нет ответа. Она пропала. Что случилось? Если звезды тоже исчезли, я сделала ошибку. Я отмотаю ее к моменту до того, как закрыла глаза. А, все отмотает. Отмотает. В этот раз я не буду закрывать глаза. Я должна быть внимательна, чтобы не прос...
не пропустить, из-за чего стало так темно. Space Time, ты вдруг стала такой серьезной? Time, случилось что-то странное, но я не знаю, что. Что-то странное. Сканируя космос, я заметила, как что-то, по-видимому, заслоняет далекую группу звезд. Я обнаружила аномалию. Я едва могла разобрать ее на темном фоне пустоты. Все же там кто-то был. Как только существо заметило, что я обнаружила его, оно исчезло. Я покосилась в сторону того места, где она только что находилась, думая, что я легко смогу найти его снова на таком расстоянии. Но внезапно упала. Она появилась прямо за Space Time. Что-то такое. Нил. Нуль. Я хз, что это такое. Нуль. Ее кончина. Она слилась со Space, каким-то образом стирая ее существование. Когда она исчезла, все звезды вокруг нас померкли и пропали. Вот что тогда случилось. Вот что я упустил, когда отвела от нее взгляд. Это было ужасно. Я хотела это остановить. Там, где передо мной стояла Space, была только Нил. Тайм, что ты сделала со Space и со звездами? Ты забрала всю красоту, и теперь все, что осталось, только пустое пространство. Но это тоже красиво, разве не так? Нет, нет. Мне это не нравится. Верни Space, верни ее звезды. И ты так чувствуешь, если так чувствуешь. Концовка. Я запру тебя в этом мгновении, пока ты не поймешь. Нет. Я не могу это принять. Но что я могу? Если я вернусь к началу. Если я сейчас начну сначала, я смогу это сменить. Я в противном случае я буду заперта в это сменить. Нет. Я не могу это принять. Так. Нет. Почему я не могу отмотать дальше этой точкой? Если я пойду вперед, все, что я увижу. Так. Почему? Что? Почему? Почему ты не даешь мне перемотать? Почему ты не даешь мне перемотать? Почему я не могу вернуться и защитить Space от тебя? Это было бы нечестно. Нечестно? Нечестно здесь то, что ты вдруг ее забрала. Тебе это не нравится? Нет, нет, мне это не нравится. Верни Space. Верни ее звезды. Бле. Вы хотите пропустить все до следующего выбора? Нет. Серьезно? Что мне делать?
Это страна. Так, ребята, я нашел какой-то, я не знаю, это выход. Короче, я начал все сначала. Там появилось новое. Черт, куда я попал? Я не знаю, куда я попал, но там вместо трех вариантов появились четыре. Настоящий там начало, нет, середина, начало, конец и будущее. Вот такие дела. Тут мы заканчиваем. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Всем хорошего дня. Пока-пока.